Галина Паулянок – народная артистка Беларуси, лауреат премии президента країни за духовное одраджение, ведущий майстер сцены и мастацкий керавник Гомельской областной филармонии. С раннего детства она полюбила музыку и все свое життё просвятила сцене. За плечима артистки Гомельское музычно-педагогическое училище, Ленинградская консерватория имя Римского-Корсакова, а затем 5 годов працы солисткой оперы Новосибирского державного академического театра оперы и балета. Без малого 40 годов Галина Паулянок працует в Гомельской областной филармонии. Просачить жить и творчий шлях артистки гости вечера смогли не только по час душевной гуторки с ее, а так само про шматликие фотосдымки узнагороды, представленные на специальной выставе у музея фотографии. Я посмотрела, мне нравится. Основные вехи как бы отражены в фотографиях. Вот. Есть позитив такой, есть интересно. Никогда у меня не было, в общем, для меня это новинка как бы в таком плане. Обычно я пою, немножко фотографируют меня и все, а тут как-то вот... Но мне это дорого все. Прихильники таленту Галины Паулянок почули у ее выконании проникненные романтичные композиции. Профессионализм, выдатные вокальные дадины и великий сценичный опыт допомогли ей завоевать любого слухачу, как у нашей краине, так и далеко за ее межами. Кожное выступление, встреча с высоким мастерством, гармонично побудованный спектакль, музыка разных стилей и эпох, и головная душевность и щирые эмоции. Гэтыш вечер стал одним из проектов масштабного марафона мероприемства, присвященных надыходящему 50-годовому юбилею областной филармонии. Творческий коллектив Гомельской областной филармонии подготовил ряд мероприятий, концертов, встреч, где в буквальном смысле следите за нашими афишами, анонсами. А пользуясь случаем, хочу пригласить всех 24 марта в 18:30 в зал ОКЦ, где состоится большой юбилейный концерт. Приходите, будет интересно и полувековой юбилей Гомельской областной филармонии, первой филармонии в республике, отпразднуем вместе. Вероника Ворошилина, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».